Серега, расскажи, что чувствуешь, глядя вот на окружающую природу. Да, вот там вот повыше, где были, не сейчас, а даже сейчас. Вот я, это, как бы, знаешь, летать не очень люблю. Мне кажется, я бы сейчас вот там пришла какой-нибудь пыль крылья, только там, и я бы там пролетел здесь, больнее. Вот, класс. Серега, спасибо, ты заполнил пустоту в моем видео.